Уже весной в Одессе начнется строительство продолжения дороги из порта до Хаджибийского лимана, где она соединяется с объездной дорогой вокруг областного центра. Подрядчиком строительства стал уже известный Росдорстрой, который постоянно выигрывает лакомые тендеры. Фирму связывают с действующим мэром Одессы Геннадием Трухановым. Подрядчик оценил свои услуги почти в 2 миллиарда 300 миллионов гривен. В Укравтодоре говорят, что длина дороги составит 5 километров 300 метров. Дорогу планируют создать по новой для Украины технологии цементобетонного дорожного покрытия. Проект также включает площадку для отстоя большегрузного автотранспорта почти на 300 грузовиков и площадку взвешивания в движении. Работы также предусматривают и строительство эстакады. Завершить проект планируется в 2022 году. Отмечу, что запланированное строительство от Евротерминал до Хаджибийского лимана проходит по заболоченной местности полей фильтрации, которые считаются проблемными прежде всего из соображений экологии и инженерно-геологических особенностей участка.